Из Рима в Дагестан с победами вернулись борцы вольного стиля. Выдающихся спортсменов республики встречали чиновники, родственники, друзья и близкие. Первыми домой вернулись триумфатор соревнований Курбан Шираев со своим наставником Махмудом Магомедовым и серебряный призер Магомед Расул Газимагомедов. Мы долго шли к этому, тренировались, и как бы рад, что достигли такого успеха. Курбан, какая самая трудная для тебя была схватка? Ну, финальная, наверное, потому что там как-то уже последняя схватка, более настроиться нужно. Ответственность большая была, да? Да, ответственность точно. Не так рад результату Магомед Расул Газимагомедов. Он привез из Италии только серебряную медаль. Но это к лучшему, считает борец. Мотивации к следующему бою значительно прибавилось. Несколько раз пересматривал моменты, где дали свисток. Во время схватки я думал, он заковыривающий. И из-за этого дали свисток. А на самом деле, оказывается, он не выходил, а заковыр. И обидно, да, что так получилось. Ну ничего, все это к лучшему, да. Мы довольны, будем работать дальше, будем развиваться. Поздравил спортсменов с высокими результатами и министр по физической культуре и спорту республики Магомед Магомедов. Конечно, мы надеялись, хотя бы 3 золота привезут, но получилось, как оно получилось. Я от души их поздравляю, желаю им дальнейших успехов, что неоднократно, чтобы это было и в Европе, и в мире, и Олимпиаду, чтобы привезли они золотые медали. Вам хорошего будущего. Спасибо.